Вот просто она совершенно, не название пока еще ничего не имеет, просто это экспромт. 41-й роковой лейтенант копал окопы. Что поделаешь, война, и под немцем пол Европы. Патефон хрипя поет про прекрасную маркизу, с фотографией жена молча смотрит сукаризной. Из училища на день пожениться, расписаться. Скоро танки здесь пойдут, только бы в живых остаться. Только ночь Анду любил, целовался неумело, а с утра под плач на фронт, ведь война — мужское дело. Рвется сволочь в рефриц к Москве, и парад уже готовят. Скоро танки здесь пойдут, сколько же людей угробят. Лейтенанту сутки жить, ополченцам половина. Всхрипнув, замер патефон, прет немецкая лавина. Крики боли, стоны, кровь, мясорубка огневая. Что поделаешь, война, смерть от края и до края. Отстояли и ура, до Берлина в путь неблизкий, оставляя за собой обелиски, обелиски. Патефон хрипя поет в Сталинграде, Курске, Бресте. Лейтенанты в бой идут, бой за счастье на планете. Здорово! Спасибо. Вот получилась вот такая вот вещь буквально только вчера. Вот навеяло, действительно, вот эти вот картины из окна машины.